Всем привет, друзья! Сегодня я готовлю вкусные и нежные постные зразы с грибами. Присоединяйтесь! Очищенный картофель отвариваем до готовности, добавляем соль, сахар и все хорошенько переминаем. Даем картофелю остыть. Тем временем нарезаем небольшим кубиком одну луковицу и грибы. На раскаленную сковороду с растительным маслом кладем лук и обжариваем до полупрозрачности и легкой золотистости. Добавляем грибочки, солим начинку по вкусу, также можно добавить любимые ваши специи. Обжариваем грибочки с луком до выпаривания жидкости и появления легкой золотистости у грибочков. Начинка готова, даем ей остыть. Тем временем к картофелю просеиваем муку и замешиваем тесто. На влажные руки выкладываем 1,5 столовые ложки теста. Равномерно распределяем по руке и выкладываем на тесто 1 столовую ложку начинки. Соединяем края зразы и формируем овальную форму. Обваливаем зразу в муке. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем зразы. Обжариваем на умеренном огне 2-3 минуты до золотистого цвета. Переворачиваем зразы и обжариваем на второй стороне также 2-3 минуты до золотистого цвета на умеренном огне. Готовые зразы выкладываем на бумажные полотенца. Зразы готовы, подаем к столу. Они получаются очень вкусными и нежными. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пока-пока!